В деревне Сермысь-Косы Маргаушского округа остро стоит проблема с водоснабжением. Для решения вопроса жители населенного пункта пришли на прием к депутату Госдумы России Алле Салаевой. Какой ответ они получили в нашем материале? В деревне Сермысь-Косы Маргаушского округа проживает 200 жителей, и на них всех приходится один колодец. Чтобы добраться до него, необходимо преодолеть большое расстояние. Воды совсем нет. То есть у нас на всю округу один колодец. Вот. И в августе месяце в частных колодцах практически нет воды. Вопрос выживания, потому что вот даже случился недавно пожар в нашей деревне, и ввиду отсутствия воды мы не смогли должным образом организовать тушение этого пожара. Чтобы решить данную проблему, жители обратились за помощью к Алле Салаевой. На данный момент уже выполнены работы по капремонту водонапорной башни и водозаборной скважины. Однако для запуска системы водоснабжения необходимо присоединение к электрическим сетям. Нашли сразу поддержку и понимание. Очень признательна и благодарна ей за то, что она сразу откликнулась на нашу проблему, отправила все запросы, куда необходимо, и была начата определенная работа. То есть сначала все тормозилось, а потом вот с ее обращениями все как-то ускорилось. Сейчас с представителем «Чувашэнерго» договорились о том, что в рамках этого договора они ускорятся максимально, как только возможно, и проведут нам электрические сети, и деревня получит воду. Так, несмотря на то, что срок выполнения всех мероприятий по договору составляет полгода, что приходится на апрель следующего года, вопрос решится в ближайшее время. Милена Алексеева, Юлия Адюкова, Павел Рядков, Национальное телевидение Чувашия.